такой же пиньята. Мы передумали брать Спанч Боба, нам нужен кто-то другой. А кто нам нужен? Кто? Смотри, можно такую просто маленькую взять пиньяту, смотри. Точно. Вот тут есть хорошая такие пирожечки. Угу. Вот сколько тут шарики стоят? 2,75 шарик. А мы в доллар 3 купили по доллару шарики. Вот какие мы экономные. Бери обезьяну, она прикольная. А тебе это не нравится? Нравится. Только он помятый. Помятый. Да, и вон еще и Спайдермен. Спайдермен. Мам, можешь взять какую-то такую... А вон пироженка. Обязательно такой. Это не забыть. Это палка Семеевич. Да? Да. Еще и палку за $3 надо купить, за 4. Не, ну если хочешь... Ну, все, давай быстро, уже 10 часов ночи. Ты уже должна спать была давно. Да, давно, да нечего. А мы с тобой по магазинам ходим. Ну что? Вот, покупайте. Это уберем? Ну да, смотри, только тут конфеты не думала. Ложись. Ну все, решили. А, вон смотри, еще замок есть такой для принцессы. О, вот это настоящая американская пиньята. А те поддельные, да, все? Нет. Во дворе, да, таких все для Фати. Все. Это что, свечка Супермен, что ли? Вот такие наборчики классные для туалета, для деток. Мыльница для щеток, мусорное ведро, дозатор. И тут же полотенечки точно в таком же стиле идут. Коврики для, там, для пола, для унитаза. Такие вот классненькие, это уже для взрослых. Все в одном стиле. Это тоже такие классные штуки. Это защипы для лежаков, для шезлонгов, для полотенец, чтобы полотенце не уносило, допустим, ветром. Слушай, это Матвею надо купить. Он любит Angry Birds. Точно, все с Angry Birds. Мама, вот такие вот шезлонги сзади. Мы в отделе зубных щеток такую видела красивую полоскалку. Тоже такой, значит, идет дозатор сверху, как мыло. И тут идет стаканчик. Сразу в стаканчик можно набирается жидкость и полоскаешь. Для деток очень удобно. Вот такие всякие щетки. Всякие разные.